саду и огороде муравьи не являются полезными тружениками. Они самые настоящие вредители и могут поспособствовать полному уничтожению урожая. Я расскажу про несколько основных способов ведения войны с насекомыми. Чтобы не допустить муравьев до плодовых деревьев, можно обматывать стволы, вымоченные в растительном масле тряпочки. Раз в неделю обновляйте масло, и они не смогут попасть на ветки и разносить тлю по участку. Также помогает банановая кожура, вымоченная в борной кислоте. На литр воды берем 2 ложки борной кислоты, перемешиваем, кладем в раствор шкурки спелых бананов и настаиваем в течение 24 часов. Затем раскладываем шкурки под деревьями, кустами, грядками и рядом с муравейником, и накормив матку банана, муравьи сами погубят свое семейство. Также можно взять пол-литровую банку с водой, добавить 2 ложки нашатыря и вылить этот раствор в места скопления вредителей, даже под растения. Раствор не повредит культурным посадкам, а только подкормит их азотом и поможет простимулировать долгую жизнь куста и развитие зеленой массы растения. А еще от муравьев хорошо помогает обычная пищевая сода. Можно смешать ее с сахаром, чтобы привлечь муравьев. Можно рассыпать по муравейнику в чистом виде. А можно прямо в муравейник кинуть пачку соды и залить столовым уксусом, чтобы пошла химическая реакция. Это самый быстрый, но не самый гуманный метод. Если вы не боитесь увидеть, как весь муравейник бьется в агонии, сделайте именно так.